А наш следующий участник изобрел абсолютно новый танцевальный жанр. Фарид Казаков умеет удивлять своим уникальным искусством. На прослушивании «Птица Феникс» он на высшем уровне показал. Он невероятно талантливый. Вообще, мое участие в этом проекте имеет большой посыл того, что я против буллинга и против того, чтобы людям мешали самовыражаться. Я подготовил в этот раз еще больше шоу, и мой образ будет очень интересным, и он будет не один. Вот, я буду в ходе своего номера менять своих героев. Я выступаю на этом полуфинале, чтобы сломать стереотип о том, что артисты балета, кроме как балета, ничего танцевать не умеют. То есть я в своем номере танцую множество танцевальных направлений. Я очень надеюсь, что пройдя в этот финал проекта, этот проект даст возможность создавать что-то реально грандиозное, классное. Я очень верю и надеюсь на это. Яркий, оригинальный, целеустремленный, безумно талантливый. И это все о тебе, мой дорогой Фарид. Ты талант, о котором должны все узнать. Ты талант, который должен занять достойное место. Я верю в тебя, я верю в твои возможности. И молю Бога, чтобы у тебя все получилось. Я с тобой. Спасибо огромное Лиле Ханом за такую поддержку. Это дорогого стоит. Я считаю, что это просто подарок судьбы. Спасибо большое, Лейла Ханум. Вы думаете, уже все на свете изобретено? И уж точно в области танца. И совершенно напрасно. Посмотрите, что вытворяет на сцене Фарид Казаков. Он классный! Что за балет? Играй жестче! Поцелуй меня в пачку. Уважаемые дамы и господа, просим вас собраться поближе к сцене, потому что сейчас будет горячо, 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 горячо. Para la muñeca, por favor.
Потрясающая пластика. Ваши аплодисменты. Фарид Казаков, Азербайджан. Как настроение? Потрясающе, потому что я здесь, я с вами, я счастлив. У тебя необычный образ. Расскажи о нем нам. Да, у меня их много, но главный образ. Я изображал звезду, упавшую с неба, столкнуться со множеством проблем и в конце, так скажем, оказаться здесь. Серик, ты нажал красную кнопку. Ты сам об этом сказал, что ты подготовил номер звезды. Это было видно по столь тщательно подготовленному внешнему образу. Так где же эта звездность? Если уж ты делаешь кич такой, да, то надо было идти до конца. И вот этого доведения до конца идеи я, к сожалению, не увидел, хотя очень хотел. Поэтому нажал кнопку. Но я очень уважаю твое трудолюбие и твой талант. Спасибо, Серик. На прослушивании Фарид был в образе птицы Феникс. Я уже с этого его образа очень сильно полюбила его творчество, его талант. Частично я соглашусь с Сериком, что было мало, но это было красиво, превосходно. Фарид, сегодня мы увидели, как эта звезда упала и стала выступать на нашей сцене. Большое спасибо за красивое шоу. На самом деле, моя рука тоже подтягивалась к красной кнопке, вот, но я хотел досмотреть это до конца. Когда ты делаешь какой-то па, в смысле, да, мысль, должны быть какие-то правильные фиксации, да, чтобы от которого должно, вот прям, должно будоражить. У тебя там... Я понимаю, время, столько образов, и ты пытался перевоплощаться в каждого. Когда ты все это сделал, надо было все-таки отточить. В этом есть какой-то смысл, есть все, но нет вот этой законченности, вот какой-то, вот, понимаешь, не совсем она меня цепанула, скажем так. Благодарю, Фарид, за прекрасное выступление. Удачи!